Итак, доброе время суток. У нас воскресенье, 18 декабря, 17:23, город Таллин. И что это у нас? Подземный переход, который идет с улицы Карли на площадь Свободы. Шумная, целых два человека, ну полтора. Мы пойдем посмотрим город, как он выглядит, предрождественский. Вчера я ездил на машине ночью, может быть, выложу видео, может быть, нет. Дай лапу. Город у нас украшен, вон везде гирляндочки прыгают, горят. Ну вот, вышли прямо на площадь Свободы. Одиночные нет. Ну, в старом городе будут люди, потому что воскресенье, выходной день. Церковь Яни. Вот так вот выглядит вход, подземный переход. И здесь табло. На этом табло бывает очень часто и на русском языке информация. Честно говорю, пойдем здесь, не надо так идти. Со мной рядышком иди вот так. В данном случае тут будет 0 градусов. Ой-ой-ой, сам чуть не упал. 0 градусов и время. Всякая реклама кино, спорта и информация по городу Таллин. Вот так выглядит Крест Свободы. Такое неоднозначное. Памятник уже раз говорил. Кому-то нравится, кому-то нет. Kick and the Kirk с подсветкой. Мотоциклисты. И вот так вот украшенные на горочке гирляндами деревья. Здесь что-то ремонтируют тоже. Не знаю, подходить не буду. Кстати, часы свободы. Солнце, давай под ноги, смотри. Бывшее кафе «Москва». Теперь это «Вабадус». Ты упадешь, осторожней, пожалуйста. Улица Харью, по которой выйдем, наверное, к... Не, наверное, выйдем 100% к рождественской елке. Площадь не шумная, спокойная. Таллин. На площади... Ну, не знаю, что это такое. Но звук оттуда идет. Вчера, кстати, дочка ходила в парк рядом с нашим домом. Там был Дед Мороз, эстонец. Эстонский Дед Мороз. Говорил как и на русском, на эстонском языке с детьми. Полная такая у нас двуязычная адекватность. Так что будем ломать стереотипы дальше. Здесь за что-то голосовать надо. Халя Тасин, да, голосую здесь. За что? Радио 2. Годовые хиты 2016. И диджеи там какие-то сидят. Вот как-то так. О, военный. Наш. На это здание вывешивается в зависимости от праздников государственный флаг или флаг Таллина. С другой стороны гостиница вот Палас. Это вот это русский театр. Это мэрия. Горочка Харью украшена гирляндочками. И там должен быть каток, тоже с подсветочкой. А туда Ратушная площадь. Ну, народу есть немножко. Да, елочки еще идти, но рынок уже виден. Какие украшения. Красивые. Флажок. Сказочный Дед Мороз с кока-колой. Она была в этой фабрике? Не, нажал уже. Здесь какой-то аппаратик. При нажатии кнопки происходит движение. Вот она, главная елочка страны. И рынок со стандартным набором сувениров. Свитера. Вертолетки в этом году. Гринчики, я имею в виду, что носить. Домик Деду Морозу или
Юлуванова, рождественский старик, наверное, и сцена. Вот такие модные игрушки на Ратушной площади. Взрослые дети запускают их. Не знаю, вот все эти люди с этими вертолетиками стоят. Вон. Один, второй. Я тоже. Народу мало, туристов нету. Все местные вот на этот раз. Тем и лучше. Спокойно. Ну и вот так как-то закончится этот день. Спокойно. И дома.